группа казачьей направленности «Кубаночка». К встрече готова. Два атамана детсадовской «Кубаночки» и кубанского казачьего войска приветствуют друг друга. Николай Долуда – давний друг детского сада. В гости к юным казачатам он приезжает уже третий раз за последний год. Для меня, как атамана кубанского казачьего войска, очень важно, чтобы этот положительный пример был в обязательном порядке и в других муниципальных образованиях нашего края. А здесь действительно есть чему учиться. В Сочи казачьих групп, где дети знакомятся с культурой и историей казачества, уже 112. Это более 1800 детей. Идти в такую группу никто не заставляет. Напротив, желающих погрузиться в историю и культуру региона становится только больше. Они воспитаны уже на основе таких, что уважать труд, уважать старших, уважать свою, любить свое отечество, быть готовыми потом, в будущем, защищать свою родину. И все это для них будет святое направление жизни. Вот что важно. Важную работу сочинских воспитателей и казаков-наставников Николай Долуда отметил медалью атаман Захарий Чепега. Ее вручают в том числе за воспитание подрастающего поколения и организаторскую деятельность, направленную на развитие кубанского казачества. Служу России, казачество, вере, православие. После Николай Долуда отправился в лицей номер 3. Именно сюда юные казачата, которые уже со дня на день выпускаются из детсада, отправятся учиться целой группой в отдельный класс. Открываем 1 сентября казачий класс, и туда как раз казачата из 83-го детского сада пойдут. Очень здорово, что они пойдут слаженным коллективом со своими наставниками, будут чтить традиции, изучая их и обогащая свои семьи. В Сочи в 29 казачьих классах сегодня обучается более 1000 детей. Задача на ближайшую перспективу – полноценная казачья школа должна быть в каждом регионе города. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Thank you.